Всем привет! Сегодня приготовила для вас большую подборку интересных товаров с AliExpress. Ссылки на все товары оставлю в описании под видео, а тот, кто досмотрит видео до конца, сможет принять участие в конкурсе с очень простыми условиями. Беспроводная зарядная станция для ваших гаджетов поможет быстро зарядить телефон, наушники и смарт-часы. Она также поддерживает зарядку Apple Watch от 1 до 5 поколения. На корпусе есть яркий световой индикатор, который оповестит о статусе заряжаемого устройства и готовности, когда его можно будет снять. Кроме этого, зарядная имеет защиту от перегрева, короткого замыкания, перенапряжения и воздействия магнитного поля. Крючки на присосках позволят сделать съемными любые предметы домашнего обихода. На них можно повесить сетевые фильтры, пульты управления бытовой техникой, роутеры, негабаритные полочки или любые другие предметы подобного плана. Конструкция крючков достаточно прочная, а материал, из которого они сделаны, является полностью безопасным и экологически чистым. Как заявляет производитель, один такой крючок выдерживает до 10 кг. Тайник в камне позволит спрятать в саду, возле дома или в любом другом месте запасной ключ от квартиры или гаража. Выглядит такой тайник очень правдоподобно, и заметить его среди прочих декоративных элементов практически нереально. Он точно повторяет структуру и форму камня, имеет такой же цвет. Сам же камень сделан из полимерной смолы, поэтому корпус не боится дождя и снега, надежно защищая содержимое от влаги и пыли круглый год. Профессиональная вращающаяся щетка для пены подключается в обычную водопроводную сеть и не требует использования для дополнительных устройств. Для удобства можно использовать садовый шланг, который позволит применять щетку где угодно – при мытье машины, окон, фасадов, заборов. Кроме этого, ей очень удобно отмывать ковровые дорожки, коврики и подобные вещи. Щетка имеет три уровня настройки давления и оснащена специальной колбой, куда заливается жидкое моющее средство. Прозрачный корпус позволяет контролировать расход и вовремя доливать жидкость во время работы. Таблетки для стиральной машины помогут защитить бытовую технику от воздействия жесткой водой. Такое средство подходит для любых стиральных машинок, в том числе с верхней и боковой загрузкой. Очиститель убирает накипь, посторонние запахи, образовавшуюся плесень и грибок, а также не оставит после себя следов. Таблетки имеют специальную безопасную формулу, которая растворяется постепенно в ходе всей стирки, максимально эффективно воздействуя на поверхность стенок. Ночник-проектор с эффектом звездного неба. Имеет несколько режимов работы и позволяет регулировать яркость свечения. Ночник полностью совместим с виртуальным ассистентом Alexa, который может контролировать устройство через голосовые команды. Кроме этого, настройка осуществляется через беспроводную связь. Чтобы воспользоваться данной функцией, достаточно установить на мобильный телефон или планшет программу, которая откроет полный доступ к проектору. Ночник-проектор поддерживает широкий функционал, среди которого можно найти включение и выключение по расписанию, по таймеру или активации голосом. Алюминиевая подставка для ноутбука позволит установить устройство в удобном положении рядом с монитором. Поставляется в комплекте со съемными силиконовыми подушечками, которые надежно удерживают ноутбук на подставке. Алюминиевая конструкция полностью продумана и очень удобная. К примеру, провода, идущие от ноутбука, свободно проходят под стойкой и не будут мешать при работе. Корпус достаточно прочный и не боится влаги и повреждений. Подставка имеет футуристический стиль и полностью подойдет под любой интерьер помещения. Настольная игра «Космическая серенада». Задача игрока – заработать наибольшее количество очков репутации к концу игры. У каждого участника будет своя колода, личный планшет и пластиковая миниатюрка героя. Во время партии игроки покупают карточки, улучшая свою колоду. Летают с планеты на планету, а также используют свои особые способности и способности других членов экипажа.
Рекомендованный возраст игроков с 10 лет, а продолжительность игры составляет до 1,5 часов. Принять одновременное участие могут от 2 до 4 человек. Популярная видеоняня Boa Vision будет следить за вашими детьми, когда они спят. В настройках есть 8 колыбельных мелодий, которые помогут усыпить ребенка. В комплект входит видеокамера и пульт управления с LSD-экраном. Устройство поддерживает беспроводную связь, имеет ночное видение, есть возможность для двустороннего общения голосом. Мобильный монитор оснащен встроенной батареей, заряда которой хватает на сутки. Вы сможете брать видеоняню с собой куда угодно в пределах квартиры, так как дальность действия не превышает 10-20 метров. А точное значение зависит от количества стен, их толщины и прочих параметров. Алюминиевые сварочные стержни с порошковым покрытием позволят запаять детали даже с высоким содержанием легирующих элементов. Порошковый алюминиевый сварочный стержень, изготовленный из алюминиевого материала, нетоксичный и без запаха. Изделие отличается быстрой свариваемостью и коррозионной стойкостью, высокой электропроводностью и отменными технологическими характеристиками. Пользоваться стержнем очень просто. Для этого нужно разогреть его с помощью паяльной лампы и поднести к зоне обработки. Дождитесь, пока металл расплавится и начнет заполнять поры или отверстия. Железная пишущая авторучка. Уникальный дизайн привлекает внимание и не оставит никого равнодушным. Ручка отлично выполняет свои прямые обязанности и легко расписывается на бумаге. Она подойдет в качестве небольшого презента, который можно подарить другу или начальнику. Станет прекрасным интерьерным дополнением в офисе, на столе или дома на подставке. В особенных случаях ручку можно использовать в качестве самообороны, так как она имеет прочный металлический корпус и острый наконечник. Студийный USB-микрофон Fifine K670 прекрасно подходит для записи голоса и позволит провести качественный стриминг или подкаст. На корпусе есть дополнительный выход под аудиоджек на 3,5 мм для подключения наушников. Установленная мембрана четко захватывает окружающие звуки без посторонних шумов, а регулятор громкости на корпусе позволяет удобно определять уровень звука. Такой микрофон отлично подойдет как для домашней, так и для рабочей обстановки. Стяжной ремень с храповым механизмом позволит быстро закрепить любые предметы на багажнике или в прицепе. Специальные C-образные крючки имеют мягкое покрытие, защищающее вещи от повреждения. Прочные высококачественные ремни с замками можно легко использовать для фиксации мотоциклов, квадроциклов, спортивных велосипедов и других предметов. А компактная форма позволяет брать их с собой в любое время. Двухместная легкая палатка позволит разместиться внутри с комфортом двум людям. Сшита она из легкого водонепроницаемого материала высокой прочности. Легко поддается стирке и абсолютно не маркая. Стержни, входящие в комплект, изготовлены из гибкого стекловолокна. Они легко устанавливаются в конструкцию и всего за 5 минут собираются в обратной последовательности. Окно для входа имеет застежку и антимоскитную сетку, которая защищает в жаркую погоду. Ваттметр позволит измерить мощность электроприборов и проведет учет потребленной энергии. Устройство оснащено большим дисплеем, на котором отображается время, стоимость потребленного электричества, общая нагрузка, сила тока и напряжение в сети. Ваттметр пригодится тем, кто хочет узнать, какие приборы сколько потребляют, чтобы выявить лишние расходы.
Термопринтер для печати чеков с беспроводной связью. Устройство управляется через Wi-Fi модуль с помощью бесплатной программы, которая доступна для телефонов и планшетов на базе Android и iOS. Изначально установлены два языка управления, однако, связавшись с продавцом, можно запросить и другие языковые пакеты, в том числе и русский. Принтер пригодится тем, кто ведет мобильную торговлю и не хочет возиться с громоздкими кассовыми аппаратами. Мобильный пауэрбанк от Baseus на 30 тысяч миллиампер. Пауэрбанк имеет компактные размеры, прочный корпус и небольшой дисплей, на котором отображается актуальная информация о заряде батареи. Кроме этого, есть два полноценных USB-выхода, один выход под Type-C и один выход мини-USB. Устройство поддерживает 20-ваттную зарядку, поэтому телефоны серии Apple 11 и Apple 12 смогут зарядиться от 0 до 50% всего за 30 минут. Кроме этого, зарядное устройство обеспечивает одновременную подзарядку нескольких гаджетов, таких как смарт-часы, умные браслеты или беспроводные наушники. Проволочная головка для садового триммера с прямым приводом позволит очистить участок не только от сорняков, но и от других видов загрязнений. Отлично справляется с очисткой камня, плитки, бетона и других твердых поверхностей. Головка при правильном использовании достаточно долговечна и безопасна, а для собственной защиты стоит применять идущие в комплекте защитные кожухи. Водонепроницаемая наружная гирлянда для благоустройства приусадебного участка в рождественские праздники. У продавца большой выбор гирлянд разной длины, начиная от 10 метров со 100 лампочками и заканчивая 100 метрами с 1000 лампочек. Гирлянда имеет 8 различных режимов работы с разной интенсивностью свечения, отличается невысоким энергопотреблением, поэтому ее можно использовать круглосуточно. Так как гирлянда имеет защиту от воздействия влаги, то ею можно украсить сооружения, деревья, кусты и прочие наружные предметы. Недорогой складной нож, который имеет прочную стеклотекстолитовую рукоятку. Лезвие изготовлено из высоколегированной стали. Он отличается небольшим размером и надежным складным механизмом. На корпусе имеется удобный зажим, который не мешает при использовании ножа. Благодаря компактному исполнению его можно брать с собой в любое время куда угодно. Нож легко помещается в карман куртки или штанов. Карты памяти разного объема и разной скорости записи. Продавец предлагает пользователям выбор различных конфигураций, среди которых есть карточки, поставляемые в комплекте вместе с кардридером. Флеш-накопители подходят для различной техники и позволяют вести запись фотографий, видео и других материалов. В основном их используют для фото- и видеокамер, квадрокоптеров и экшн-камер. Судя по отзывам покупателей, карточки приходят с заявленными характеристиками и отвечают всем параметрам. Носки с подогревом. Но с подогревом не обычным, а электрическим. Нагревательный элемент покрывает всю область стопы. Сбоку имеется кнопка включения и выключения, а встроенный аккумулятор на 2200 мА позволит использовать их на протяжении длительного периода. Кроме этого, имеются три режима интенсивности, которые определяют температуру нагрева. Такие носки пригодятся любителям активного отдыха, а также тем, кто часто задерживается на зимней рыбалке. Носки также гибкие, как и обычные, имеют защиту от проникающей влаги, а также абсолютно безопасны для человека. Механическая клавиатура с функцией перераспределения кнопок. Устройство поддерживается всеми операционными системами, а также легко инсталируется благодаря поддержке протокола Plug and Play. Конструкция имеет надежную защиту от попадания влаги. Кнопки выдерживают больше 80 миллионов нажатий, а их покрытие содержит специальный протекторный слой, который защищает от быстрого стирания. Кроме этого, клавиатура достаточно легкая и прочная, а также отличается приятными тактильными ощущениями.
Большое спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Надеюсь, вы нашли для себя полезный товар из нашей подборки. А теперь давайте перейдем к конкурсу. Условия максимально просты. Нужно быть подписанным на мой канал, нажать на колокольчик возле кнопки «Подписаться», поставить лайк и написать комментарий под этим видео. Как только мы наберем 200 лайков, я выберу победителя, который получит 200 рублей любым удобным путем. А результаты конкурса опубликую на своем лайв-канале. Я всем желаю удачи и до новых встреч!